Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем Дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. На, гарпыз. Да ничего, нормально все. Это они дождик вызывают? Тендерлибайский дождик. Карпыс, карпыс. Короче, ребят, представляешь, мне в директ реально пишут кюпахкозы, эйщайх мне пишут, я в шоке. Утопил Ниву, приехал за ним кран, утопили кран, блядь. А теперь приехали мы за ним и утопили еще КамАЗ, нахуй. Вообще заебись. Трусы, и что? А он ей сам говорил? Офигеть! Я бы просто... Я бы не подарила мужику трусы, я бы подарила тоже что-то стоящее, мне кажется, типа... Я... О! Мама! Сейчас уберу все это, игрушки свои. А то мама подумает, что у меня тут это самое... Ну, вы поняли. Не знаю, дарить, типа... Не знаю, вот... Такое можно на Твиче смотреть. На-на-на, ю. Это моя посылка? Перекасту пила? Да. А вот эту шипучку пила? Мама, ты моя посылка? Бля-бля-бля-бля-бля. Спасибо, Рамин. Название фирмы МХДВС. Тут на мне на кмасочке. Спасибо, Shadow Guy, за сабик. Я такая счастливая, блять, я так ждала эту фирму. Чуваки, я самый счастливый человек на свете. Я могу сериально сейчас таким называть. Хз. Маска стоит 19 евро. Как у меня. Слышишь, ты сайт положила. Ты сайт стримлапса положила. Стрим этого феста положила, он не работает. Серьезно? Все зашли, короче, на сайт перестал. Я сейчас обновляюсь. Ой, блядь, серьезно? Почему все зашли, дебилы? А зачем мы все на стримфест зашли? Мы сайт положили, блядь. Я, короче, сижу, обновляю страницу сайта. Идиоты, блядь, все тыкнулись в сайт. Мы вам сайт положили, извините, пожалуйста. Постараемся больше так не делать. Бля, он вообще не работает, ты слышишь? Они реально, что ли, зашлись? Да, может, вы тут... что, все зашли, что ли? Слышишь? А может, не все зашли? Может, дудосер какой-то сидит тут и задудосил специально? Может, такое может быть? Хотя, ну не знаю, ладно. Пипец, вы реально собаки, зумаки. Спасибо, Лаки. Добавлю обязательно. Спасибо. Мне не сегодня не день рождения, бро. Короче, положили сайт. Спасибо, блядь. Прорекламировала билеты от меня на стримфест. На стримфесте я буду без маски, чуваки, имейте в виду, типа. Пенисы. А за это бан не дадут случайно? А, типа письки пинает? Я тоже пинаю письки руками. Это я каждое утро в ванну хочу, короче. Плюс бан, пацаны, походу, ща. В общем, получили новогодние подарки на 52. Привет, человека. Незнайка, все хорошо. Сейчас я вам их покажу. На 52 человека? Подарки? Вот. Вот тебе подарок на Рождество. Как дело? На 52 человека, блядь. 130 километров, 2 транспорта проехало. 5 человек лишь состава нам. В броне, в касках, с автоматами, 4 рожка и ПМ нам. И мандаринки. Which out of all your girlfriends? Oh, они стреляют с салютами? Это же опасно, да? Oh my god. Это же пипец опасно. Спасибо. Спасибо большое, бро, взаимно. Ты типа сидишь, донатишь мне этот самый доллар. И говоришь, что мы все ёбнутые. Спасибо большое. Пойду жвачки куплю, две пачки. Обожаю котиков.
Хуя, это сейчас цунами, походу, будет, пацаны. Цунами! Это мы видели, типа. Нет тайминга 8.62, не наебывай меня. А в носу-то там нету, гля? Чмок, спасибо. Офигеть, земля пухом, парню. Пацаны, вот вам смешно, а нам вот реально вот эта хуйня страдать потом, когда вы пожрали, мужики, попили, а я сижу, должна оттирать, намывать. Вот вам смешно, да? А мне нихуя, как бы. Горе-грабители. Это как? Годно, кстати, это план, как убежать. Пожалуйста, не знаю, почему к тебе спасибо. Спасибо. Капец. Пизда сковородки, походу. Был взломан, если она отлетела в лицо тому, кто это поджег. Там яичницу пожарить можно было. Охуеть. Еще гроб выйдет. А я думала, сейчас гроб выйдет. Плюс в чат работяги. Амина, можно сердечко в камеру. p.s.evaloh000. Спасибо, я думала, реально гроб выйдет. А чё не вышел? Ну это доминируй, властву унижай. Приветик, приветик из Москвы. Это кто? Хорек? Ласка? Скунс? Вот такие норки здесь. Это норка? Офигевший. Это что делает? Фига. Блин, такое животное я бы домой вообще забрала. Привет, привет, Валерка. Зайчик, твои друзья тебя кидают, как хотят. Посмотри на этих фейковых ребят. Как эта песня называется? Vegas No Friends называется. Иди отсюда. Это они рыбами питаются, что ли? Охуеть. А в чем это все? Боже, дети, это ад, чуваки. Я сама ребенок, как бы. Из них шубы делают. Они же такие маленькие, чтобы одну шубу сколько нужно их убить. Профессия теребонька? Что это все? Что это такое? Как он это делает? Пупсик, ко мне, иди сюда. Олег, иди сюда. Лысый, иди сюда. В чем прикол? Ко мне, Джанго. В чем прикол? А в чем прикол? Объясните. Бля! Чуваки!
Прежде чем досмотреть данный ролик, приглашаю вас сегодня после стрима данного сервера, зайти, куда? Я ссылку потеряла, Давайте так, зайти вот сюда, мой дискорд-канал, сегодня будет шоу талантов после стрима, я буду там участвовать, если вы хотите там прийти, пойти участвовать, можете приходить. Я буду вас ждать. Нажимайте по ссылочке в чате и заходите к новым. Я вас люблю. Сегодня буду общаться с сабами после стрима и с подписчиками. Зайка, что будет, если купить билеты на стримфест у тебя, а не у кого-то другого? Может, цена меньшила в тебя? Единственное, что будет, это поддержка меня. То есть, с вашего билета мне идет процент. То есть, если вы покупаете билет на мое имя, с моего, от меня, от моей ссылки, то мне приходит на это денежка. А если вы покупаете с кого-то другого, то ему приходит денежка. Поэтому, если вы пойдете, да, и вам нравится меня смотреть, мне было бы очень приятно, если бы купили билет именно от меня. Но если вы хотите там пойти, конечно, мне будет очень приятно. Спасибо вам, ребят, заранее за это. Кое-что под дверь положил. Hardplay One Love, зяблик. Привет, Лёшка. Я тебе кое-что под дверь положил. Спасибо. Проверь. Ладно, шутка. Hardplay One Love. Ну да. Ну ногу-то... А, сейчас вдвоем упадут, да? Вот тебе и Дольче Габбана. Там же можно было перепрыгнуть. Спокойно можно было. Можно так пить? Вообще можно пить, чуваки. Плюс чат, если не пьете. Ваша посылка задерживается. Это реально так работает? Офигеть. Это пиздец на самом деле. Пацаны, вот сколько у меня непьющих ребят в чате, красавцы! Где буду без маски? Буду без маски на стримфесте 28-29 апреля. Ссылочка на покупку билета есть внизу. Вот, да, по-моему, вы сайт положили немножко, поэтому хз, что дальше будет. А мотивация дикая. Фига. Keep. Это она украла? Офигеть. Прикольно, кстати, круто. Классно вообще. Захотелось утонуть ребенку? Это же ребенок, да? Пиздец, дети в России, конечно. Неужели он сейчас ее уебет? Если он сейчас прыгнет на нее, я просто угорну. Это жиза, капец, у меня кот так же. Кот такой же, один в один, просто один в один. Как он так свистит? Как люди вообще свистят? Это просто пиздец. Это жестко, дебилоиды просто. Это пиздец. А если бы кружка взорвалась ему в рот? Вот что, он бы умер. Если бы в рот, внутреннее кровотечение, вот что бы он, что бы было вообще, люди, зубы отпали бы. Когда закрыл долг. Это пиздец. Спасибо большое. Я и что? Пускай выкладывают. Я не скрываю свое лицо. Камон, ребят. Я приду на стримфест без маски, я не скрываю лицо. И фоткайте меня хотите. Ничего страшного, я буду фоткаться с вами без маски, ребят. Вы че? А если кто-нибудь.
и выложи, вынеси, все будет знать твое лицо и твой человек. Как вам планочка, пацаны, утренняя? Ждешь новые ролики? Ожидаю, зая, ожидаю! Чё, подожди, чё-то я... Малыш. Пацаны, короче, реально, это полное дрочево. Полное дрочево. Че трофли, пиздец. Как Карина делала в свое время, пацаны. Какая пися! Какая писечка, какая пися, какая пися. Какая пися, ты такая пися. Okay.